Всем привет, ребята, с вами Альфина, и сегодня у меня влог, я решила погулять. Ой, прости, я не хотела. А ты новенькая? Да, я новенькая, меня зовут Лера, а тебя? А меня Альфина. Ну ладно, я поторопилась, пока. Ну, пока. Странная какая-то девочка, ну ладно. Тебя для ушек не возьму. Но от Эл. Так, может быть, от твоей новенькой девочки Леры? Но откуда она знает почтовый ящик? Так, ладно. Я пойду на улицу и разберусь. Ребят, мы переместились. Я пошла на горку. Мне немного страшно, так как откуда новая девочка узнала мой почтовый ящик. Ребят, открываю. Как бы мне так открыть, чтобы не повредить. Но я щупаю, то что-то вот тут вот. Окей, ладно, я открыла вот так. И смотрю, что тут. Это письмо не одно. Знаешь, что такое все понятно? Что-то как-то странно. Ладно. Так, получается, писем будет много. Ладно. Это что-то, что это? Иди в ДГ и 4 домика. Ребят, ДГ, мне кажется, это все-таки детский городок. И тут написано, нарисовано, точнее, 4 домика. Мы как бы сейчас находимся в детском городке, и 4 домика вон там вот. И давайте же все-таки пойдем к нему. Но тут что-то есть еще. Какая-то опять бумажечка. Помоги мне от Л. Как я думаю, от Эл это от Леры, той новенькой девочки. Ребят, пишите в комментариях, так ли это, вот. Тут все скомкано, как будто она это все писала, блин. Мне аж страшно подумать. Ладно, давайте пойдем к этим домикам.